5 апреля 2024 года, пятница, 16:27. На улице 4 градуса тепла. Пятьсот восемьдесят пятый на торце Звездного бульвара, сейчас выедет на него. А, исчез значок. Нет, опять появился. Сейчас выедет на Звездный бульвар. Да, вот въехал на Звездный бульвар. Вот эта линия на мостовой, разделительная белая, уходит в 1983 год. Пространство акции «Линия», которая была сделана в 83 году здесь, на Кондратюка. Приехал сюда через метро Шереметьевская, потом на 538 автобусе до Звездного бульвара и пешком прошел. Но он въезжает в Звездный бульвар, дом 34, что ли, остановка называется, по Звездному. У нас есть лозунг 1977, чтение 2023, а это линия 1983. Так можно назвать этот ракурс, этот кадр, видеокадр. Вот он начал поперек ехать 585-го. 585-й.
уже зеленая травка есть на газонах вокруг тротуара ближнего. Повернул, сейчас появится. Его значок повернул на Кондратюка. Сейчас въедет. Вот слышу его. 16:34 проехал. Сейчас уже 16:35 перескочил. Видимо, начал писать в 16:30 я. Нужно не забыть. 16:30. Следующий не виден, значок следующего, ближайшего времени.
стала прямо по центру кадра. Вот пошла. По карте Бирмы на проволоке над Бирмой Бирмы же теперь уже нет, есть Мьянма. В
вот с севера на юг по Бирме, над Бирмой, по проволоке иду. Вот с юга на север по проволоке над Бирмой иду. Опять с севера на юг по проволоке над Бирмой иду. Остановился над деревней Телипасаи. Выпил бутылочку из вкусвилла ряженка из цельного молока 3,4% на 4,5% и булочку улитка с яблоком и корицей. Вот появился 585-й на верхней части Ботанической улицы. Но куда он поедет? Он может поехать и на Комдива Орлова, а не сюда. Нет, поехал сюда. Вот не знаю, может быть, мне отсюда сесть на него в сторону, противоположную Рижской, и доехать до конца Комарова на нем, и там пройти пешком до Фонвизинского метро. Для разнообразия такой маршрут возвращения. Да, он сюда едет, 585-й.
активируй. На проводке надо первым. Бирмы же теперь уже нет, есть Мьянма. Вот с севера на юг по Бирме, над Бирмой, по проволоке иду. С юга на север, по проволоке над Бирмой иду. Опять с севера на юг, по проволоке на Бирме иду. Остановился над деревней Терепасаи.
16:59. 585-й выехал с академика Комарова и едет вниз по Ботанической улице. Семнадцать ноль два, 585-й едет по торцу телецентра. Сейчас будет спускаться по улице Дубовой рощи. Семнадцать ноль три.
tussen kerkliederen, koralen, die Bach kende uit zijn jeugd, heeft hij gebundeld en bewerkt. Uitvoerende waren de leden van het ensemble Mare Nostrum. En tot zover geen dag zonder Bach, een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag. В 585-й въехал на Звездный бульвар. Сейчас 17:10.
Так, 585-й едет по Звездному. Я его сейчас постараюсь еще снять с балкона, как он проезжает на GoPro. Начал пересекать Звездный бульвар в 17:14. Пересек Звездный бульвар, пойду, сниму на GoPro с балкона.
Поехал в 17:16 автобус, а сейчас 17:17. То есть еще 13 минут записать надо, чтобы час хотя бы был. А тут и больше и нету, 585. Ну, два проехал на записи. На Комарова нет, на Большой Маршинской нет, на верхней части Ботанической нет, у Владыкина есть, но какой, тот, который сюда едет или отсюда, непонятно. Но все равно я его не дождусь. Если даже он сюда едет, то 13 минут осталось записывать. Давно не читал из
Ван Вэя тут. Но Ван Вэй ли это? Я открыл 578-ю страницу. Это Цзуюн. Цзуюн, а не Ван Вэй. Называется «В Джуннаньских горах смотрю на далекий последний снег». Гор Джуннаньских сумрачный хребет выступает высоко. Толще снега там встает возле края облаков. Цвет небес за небольшим леском светил ясен озарен, прибавляет в городе моем холодок закатный он. Это поэт из круга Ван Вэя. Тут они есть: Ван Цзинь, Цуй Син Цзун, Пэй Ди, Чу Гуан Си, Хуан Фужань, Цу Вэй, Цан Ци, Лу Сян, Цзу Юн и Инь Яо. А вот перевод Ван Вэя, источник золотой пыли, стих Шуцкого, перевод, 467. Источник золотистой пыли, источник золотистой пыли, пью каждый день его я струи, по меньшей мере без усилий лет тысячу прожить могу я. С драконом полосатым в паре летящий бирюзовый феникс к нефритовому государю меня несет на поклонение. И дракон, и феникс – животные иммортели в даосизме, символы бессмертия. Нефритовый государь – девятый из десяти имен верховного существа в даосизме. А вот, например, Гитовича, или Гитовича, перевод того же стихотворения, источник золотистой пыли. Источник золотистой пыли пью ежедневно из него я. Мне жить лет тысячу не меньше, вспоенному водой живою. Меня дракон и синий феникс несут друг другу, помогая к нефритовому государю в простор безоблачного края. По поверью даосов, золото, принимаемое внутрь, давало бессмертие. Даосизм – философская и религиозная система, основоположником которой считается легендарный Лао Цзы, 6 век до нашей эры. А вот перевод А. Аркадия Штейнберга. «Ручей с золотыми песчинками». Золотинки в ручье, где я черпаю воду чуть свет, слишком тысячу лет проживу, сомнения нет. Там, где пестрый дракон и зеленый феникс над ним, к властелину из яшмы приду с бунчуком переным. Переной бунчук – отличительная принадлежность даосского подвижника, сумевшего достичь небывалого долголетия. А вот Мазепуса, перевод того же стихотворения. «Родник с золотыми песчинками. С золотом воду пью каждый день из ручья. Тысячи лет жизни теперь впереди. Феникс зеленый над пестрым драконом взлетит. С перьями жезл принесу к престолу Юйди». А вот перевод Матвеева. «Ручей золотого песка. Коль пить каждый день из ручья золотого песка, возможно прожить и тысячу с лишним лет. На фениксе синем взлечу, как узорный дракон.
С метелкой из перьев явлюсь к владыке небес. Метелка из перьев – даосский аксессуар, знак могущества и волшебной силы. А вот другое стихотворение про другой родник. Родник с белыми камешками. Перевод Шутского. Мелкий чистый родник в белых камешках вьется. Взять рукою тростник мне еще удается. Здесь с обеих сторон я живу над водою, и луной освещен платье легкое мою. А вот «Северный холм» стихотворение, тоже перевод Шутского. «Холмик северный зеленеет, там на севере, на север от озерка, в роще смешанные орхидеи, краснота их горит ярка, извиваясь и изгибаясь, воды с юга несет река, то светлее, то исчезая, там за синей каймой леска». По-моему, именно это стихотворение, одно из двух, в леске Шутского с октября 2021 года заламинированным висит на акции «Три портрета». Там, где портрет Шутского, Фишера Дескау и Элизабет Шварцков. И потом еще добавил трех основоположников ансамбля музыкального группы Tangerine Dream. Так, осталось 2 минуты. Сейчас
dan ook in de genen. Bach maakte in de partituur bij dit koor de opmerking senza ripieni en con ripieni. Dat wil zeggen, solo stemmen van het koor zonder vulling, denk aan het woord rampier, of met vulling door de rest van het koor. Een argument tegen de voorstanders van het uitvoeren van Bach's vocale muziek door louter solisten, zoals Rifkin voorstaat, een grote Amerikaanse Bach-kenner. We moeten wel bedenken dat de koor is afgelegd, maar... 17:32, включаю.